Здорово. В инвестировании в недвижимость заинтересованы многие люди, но это сделать не так-то и просто. Например, даже для того, чтобы просто купить квартиру, вам понадобится большая сумма денег. И учитывать все расходы и риски, которые у вас будут как у владельца. Также, если вдруг вы захотите инвестировать в какие-то акции недвижимости, например, ETF-фонды, вам нужно будет заключить партнерство с брокером и через него уже заниматься инвестированием. Если в России, то ваши инвестиции не застрахованы. Если за рубежом, то застрахованы, но это сделать для многих все равно довольно-таки сложно. А если вы захотите инвестировать еще и с помощью криптовалюты, то для 99% я думаю, это будет огромной проблемой. И поэтому Enel Company создает специальную краудфандинговую площадку для того, чтобы каждый человек мог свободно инвестировать в недвижимость без каких-либо проблем. И все это будет сделано с криптовалютами и на основе блокчейна, и чтобы это было максимально безопасно. И эта площадка будет выгодна как тем, кто занимается строительством недвижимости и является арендодателем, так и тем, кто хочет инвестировать в недвижимость. Ведь здесь можно будет разместить свой объект. И команда Enel Company сама полностью каждый объект, каждого застройщика проверяет. И лишь после того, как они всю информацию полностью проверили, они приходят к выводу, будут они листить эту компанию и эту недвижимость у себя на площадке или нет. Если да, то каждый человек сможет заняться коллективным инвестированием в эту недвижимость. И здесь будут задействованы сразу два токена, о которых мы уже поговорим в следующем выпуске. Но называются они Enel Token и NLC. И оба они работают как основные токены экосистемы Enel Company. Вообще компания создана специально для того, чтобы каждый человек имел возможность инвестирования с помощью криптовалюты в недвижимость и мог получать дополнительные дивиденды со своих инвестиций. Чем выше будет доход у компании, тем больше будут ваши дивиденды, а также ваши дивиденды будут зависеть от того, какую сумму токенов вы инвестировали. Все это будет работать на блокчейне эфириума, а как ты знаешь, блокчейн эфириума – это лучший блокчейн для развертывания смарт-контрактов и для создания токенов, ведь здесь очень высокая масштабируемость, сильная команда и низкие транзакционные издержки. Так что это идеально подойдет для такой сферы деятельности, как инвестиции в недвижимость. В следующем выпуске мы более подробно разберем этот проект и его преимущества, токены проекта, для чего они нужны, сколько их будет выпущено. Так что подписывайся на канал, оставайся на нем и покедово!